Изначально каток с искусственным льдом и холодильным оборудованием планировалось возвести у кинотеатра «Искра», но после расчетов стало понятно – места на Советской улице не хватает. Тогда было решено обустроить его в 6-м микрорайоне на улице Завидной возле 10-й школы. К монтажу приступили в начале декабря. Сегодня уже все позади, каток сформирован, база проката открыта, оформление сделано, все там подготовлено. И начиная с 25 числа они работают в тестовом режиме. Ровный чистый лед, профессиональное освещение, звуковое оборудование, теплая раздевалка с прокатом необходимого оборудования, павильон с горячими напитками и едой. В скором времени обещают установить биотуалеты. Спросят шкафчики, спросят пингвинчиков помогательный, то есть помощник фигуриста. Это все будет, заточку просят часто. Все будет, но ближе к открытию, к 5 часу. К 5 часу у нас уже будет весь ассортимент. Ну и да, будем уже работать во всю силу. Местной детворе теперь есть чем заняться. Многие приходят сюда каждый день. Вообще замечательный, нравится очень хорошо. Чем нравится? Ну, лед ровный и нет никаких ямок, все очень хорошо. Музыка играет, очень много народу сюда приходит. Здесь нету ямок, тут мало снега. А там, где я раньше катался, то есть очень много ям было, можно было легко упасть. А вот видновчанка Юлия Бахман впервые пришла на каток вместе с тремя детьми Пашей, Максимом и Юстиной. Очень комфортно и удобно. Интересно, даже есть вот для малышей коньки 28 размер. Это здорово. Я думаю, мне очень понравится и буду моего Максима учить. Да? Да, но я уже там научился, просто я первый раз катаюсь здесь. Каток работает с 10 часов утра до 10 вечера. 6 сеансов катания по 1,5 часа чередуются с техническими перерывами. У нас работает бригада, она заливает и чистит лед каждые 1,5 часа. Сеанс закончился, выезжает машина, чистит, убирает лед, снег отшаем. Официальное открытие катка запланировано на начало января. Алексей Петрович Спасский дал нам добро на проработку вопроса по организации ледового шоу Ильи Авербуха. Ты Татьяна Навк, один из первых дней января. Это будет или один, или два сеанса. Но в любом случае информация появится как на сайте администрации, как вот на телевидении. И самое главное, каток абсолютно бесплатный. Если у вас нет собственных коньков и защиты, не беда. Все необходимое можно взять в аренду тут же на весь сеанс. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.